Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня на канале BST ICO проект ICO Asobi Coin. Цель проекта — это создание защищенной платформы, распространение вторичного цифрового контента с помощью любой человек, с помощью ее сможет покупать и продавать вторичный цифровой контент, игровые предметы, комиксы, музыку. Децентрализованная система защиты на технологии блокчейн будет обеспечивать неопровержимое доказательство владения контентом. Главное преимущество ICO, точнее проекта Asobi Coin, в том, что выпущенный токен может быть обменен на игровые кредиты для использования в играх Asobima. Asobima — это один из ведущих производителей 3D MMORPG в Google Play и в Apple Store. Что еще можно добавить? Проект, команда проекта, да, сама компания имеет более 10 миллионов загрузок, например, игры Wave Online. То есть аудитория просто невероятно большая, как, например, проект Asobi Coin будет привлекать игроков, чем он заинтересует. Да, первое, вот вы хотите купить игру, да, она в Apple Store стоит, например, $10, но если вы владелец на Asobi Coin, да, то у вас 50% скидка. Токены можно будет покупать на биржах Binance, также внутри платформы можно будет покупать. Соответственно, честно говоря, страшно представить, ох, какой будет спрос на данные токены. Поэтому, учитывая, как решает проблемы, команда проекта предлагает платформу защищенного цифрового контента для вторичного распространения при помощи DSS-технологии, использования блокчейна. А белая книга содержит информацию о новых разработках компании. Одна из них выглядит очень круто. Новая игра Project Enetral. Это и рабочее название, да? Это 3D MMORPG, 3 класса. Графика этой игры значительно превосходит существующие игры для смартфонов. В проект инвестировано позже 1,5 миллиарда евро. Игра будет продаваться по всему миру с планируемым годовым объемом продаж 100 миллиардов иен. Арифметика интересная. 1,5 вложили, 100 в год получили. Представляете, да, обороты, объемы и, соответственно, перспектива роста стоимости токена. Команда проводила анализ различных MMORPG и планируется осуществлять продажи не только версии для смартфонов, но и для ПК. Это Steam, конечно же, игры приставок Nintendo, Switch, PlayStation 4. Рекомендую данный проект к ознакомлению, но главное изучить более подробные детали. Может, я что-то упустил, но на первый взгляд бери, хватай,